Всем привет, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Едем в зоопарк, улицами Кракова, Польша. Смотрите, какие красивые дома. Это получается окраина города. И в основном она обустроена вот такими небольшими домами. То есть в центре города высотки, а здесь очень много частных домов. Мы еще в горы не ходили, да, мам? Да. Ты любишь горы? Нет. Мама не любит, не любит горы. Речку любит. Речку любит, говорит, а я горы не люблю. А мне все нравится, и горы, и реки, и цветы, и розы. Видите, такие ухоженные дома. Я сказала маме, что мы вверх поднимаемся, она боится гор. Я говорю, нет, мы не в горах. Обезьяны в горы, видишь, как высоко? Обезьяны в горах и зоопарки не делают. Все озеленено возле домов, красиво очень. Именно домики для отдыхающих или, может быть, сами хозяева домов отдыхают. Овощи, фрукты продают возле дороги прямо. Пекарня какая-то. Какие горы? В горах нет обезьян. Стара гора, не нова гора. Ну и что? Поднимаемся в горы, ребята, высоко. Мама боится, у меня горы. Пошла вперед, разозлилась на меня. Я сама не знала, что надо в горы подниматься. Еще повороты такие резкие. Thank you.
Фенькие дорожки. Приехали, ребята, к зоопарку. Сколько людей.